Спортсменка из Чувашии стала первой на Кубке мира по зимнему плаванию. В латвийском городе Елгава прошел первый этап соревнований. В нем приняли участие около 250 айсменов из 18 стран. Татьяна Александрова финишировала первой в своей возрастной группе в марафоне на 450 метров. Всего в этом заплыве в открытой воде реки Лиелупе стартовали 18 участниц. На дистанции 50 метров вольным стилем в открытом 25-метровом бассейне чувашская спортсменка финишировала третьей. По правилам Кубка мира каждый спортсмен получает определенное количество очков как в индивидуальном, так и в командном зачете. Российская команда, состоящая из 24 пловцов, завоевала таким образом первое место в общекомандном первенстве. Следующие этапы соревнований по зимнему плаванию пройдут в Британии, Швеции, Эстонии и России.